Привет всем! Сегодня у нас 4 октября. Прошли хорошие заморозки. Ночью было минус 6. И вот маранты уши повесили. А у клевома даже макушка еще целая. Поэтому надо понемножку прибираться, вырывать уже все. Цинии замерзли. Астры еще целые. Здесь листочками так прям уже приготовила к зимовке, все присыпала вот так вот. И вот эти цветы называются не пенстемон, я уже про них несколько раз говорил. Они не замерзли, то есть может быть даже вдруг и перезимуют. Нужно будет их тоже все вот прикрыть, присыпать листвой, сверху может быть еще каким-нибудь укрывным набросить. И может быть они вот перезимуют, потому что заморозок был очень хороший. Такой крепкий. Вот и здесь амаранты тоже все поприхватило. И помея замерзла. В общем, все, сейчас надо будет прибираться потихоньку. И рябина вся осыпалась. Остались только ягодки и листочков совсем немножко. Буквально за один день после снега. И калина вся уже практически без листьев. Махом все пооблетело. Так вот все в листочках засыпано. И вот только ягодки на ветках. Здесь вот тоже немножко еще кариопсиса цветет. И львиный зев. Целенький. Даже вот в минус 6. Он продолжает цвести. Ну вот уже становится чистенько. Порядок осенний. Елку вот эту попозже всегда срезаем. Или можно укрыть что-то. Какие-нибудь многолетники прикрыть сверху. В теплице еще не мыли. Ничего, потому что холодно. Но петуния продолжает вот так еще цвести. Накрыта она на ночь укрывным. Вода здесь стоит, поэтому не замерзает еще пока. Хотя на улице вот уже все-все вымерзло. Кроме многолетников. Семян все никак не дождемся. В общем, оставляли ее специально здесь в теплице, чтобы семена были. Не знаю, потом посмотрим, когда уже надо будет убирать.